Здравствуйте, меня зовут Юрий Розанов, Василий Соловьев, так зовут моего коллегу. Команды вам известны, очередной матч чемпионата вот-вот начнется. Игра сегодня складывается неплохо, я думаю, уже достаточно было острых моментов. Да, хорошо комментировать такой матч, да, когда есть о чем поговорить, в конце концов. Ну, сейчас вот у нас пауза небольшая. Игра началась. Около 2 минут всего и пришлось-то ждать первого гола в этом поединке. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Уходит мяч за лицевую линию. Угловой будет. Классический 9-й номер. Все подобные передачи на него. А, не попал. Причем, как в фильме известно говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Ни к мячу, ни в ворот. Я поражен. Такой замах. Мяч в центральной зоне, перехват. Только не торопись, не торопись, времени полно. Не удержал мяч. Мяч отобран в середине поля. Некое подобие стенки. Пас в штрафную. Не думаю, что игроку обороны было очень сложно этот мяч перехватить.
И мяч уходит за лицевую линию. Классический вариант углового. Выходит вратарь, но до конца ситуации не справляется. Будет гол, наверное. Точный навес. Что придумает нападающий? Как говорили болельщики в Советском Союзе, по-стрельцовски. Ромуло. По мячу попал, по воротам, ну, вы сами видите. И вот потеря в центре поля. И он получает поддержку. Классический фланговый вариант. Ищи кого-то в центре. Классический вариант развития атаки. Пас с фланга и что дальше? Навес. Как учили. Выходит вратарь очень спокойно, уверенно и намертво забирает мяч в руки. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. И как дальше атаку развивать? Можно по-всякому. И атака развивается флангом. Нельзя это промазать. Классические действия вратаря после навеса. Любой подкат — это непростое решение для арбитра. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Давайте посмотрим, что выйдет из этого перехвата. Ромуло. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пошла передача в штрафную. Смотрим, что дальше. Мне кажется, он даже не заметит этого промаха и будет рваться и бить еще. И я уверен, что забьет еще, потому что тем забитым не ограничится. Не попал. Самую малость. И казалось мне, что вратарю тут без шансов. Редко такие удары достигают цели. Но уж если достигают, то голы получаются красивейшие и признаются лучшими и в месяце, и в сезоне, и так дальше. А удар-то на самом деле был опасный. По коварной траектории мяч летел.
Соперник теряет мяч в середине. А вот тут может получиться очень интересно. И вот он, удар по воротам. Прижать бы ножку, прижать бы. Плохая передача, но еще бы ее не перехватили. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. Мяч за лицевой линией, будет угловой. Опасно! И не пришлось вратарю бросаться никуда. И мяч прилетел к нему. Есть варианты атаку развить. Так можно упереться в угловой флажок, если соперник позволит. Должен быть гол. И эта передача не доходит до партнера, защитник на чеку. Молодец, хорошо расположился. Не побоялся удар принять на себя. Мяч в центральной зоне, перехват. И как обороняться трудно, ведь вариантов много. Просто оседлали чужую половину поля, расхаживают возле чужой штрафной, как можно сходить. Обратный пас. Перехват в середине поля. И вот он, слепой пас, а ведь пас-то на самом деле зрячий. Это просто подарок мяча сопернику. Ромуло. Хорошо бы кто-то забивай. Выручает команду голкипер. Справляется вратарь, но есть возможность. Это шанс. Это промах. Мяч уходит в молоко. Thank you.
здесь уже, конечно, кто ж позволит разбегаться на своей половине поля. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. И вместе с камерой отправляемся в штрафную. Кто там готов пас принять? Голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Не будем вспоминать лучших мастеров этого дела. Заканчивается первый тайм 1-0. Совершенно очевидно, что те, кто забили ставку на быстрый гол. Совершенно очевидно, но вот единственный ли это план на игру? Хорошо, забили быстрый гол. В лидерах сейчас, что будет дальше? Очевидно, что другая команда так ошарашена тем самым ранним голом. Отдохнули команды 15 минут. Но нет сомнения, что на старте второй половины встречи они будут более свежими, чем в конце первого тайма. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Отбор абсолютно чистый, атака захлебывается. Атака может развиваться по-разному. Очень хорошая позиция для навеса. Ну же, некоторая передышка для защитника. И обратно. Тут несколько вариантов атаки может быть. Хорошо позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко и мяч там. Кубровки передача. Почти что гол. Иногда это называют обрезом. И вот он, удар по воротам, и мяч в воротах. Как у нас говорят, первая колом, вторая соколом, стало бы, будет и третья. Нам осталось немного, посмотрим дальше, что будет. Такое впечатление, что этот мяч его просто дрессированный. Какой гол классный вышел. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля.
вижу, он адресат. Ну, вот играют друг с другом вдвоем. Офсайд. Как говорится, судья всегда прав. Хотя ситуация неоднозначная. По мячу попал, по воротам, но вы сами видите. Хорошая оборона, согласитесь. Удар приходится в поле. Вот момент! И мяч уходит за лицевую линию. Прекрасно сыграно. Не часто они забивают после стандарта. Но вот сегодня-то все получилось. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Ну и судя по усиленной разминке одного из игроков, сейчас замена будет. Неравенство сил сегодня абсолютное. Одна команда явно сильнее другой. Отворот показывает арбитр. Передача на фланг. Есть время. Забивать надо. Но тут прогнозировать очень легко, потому что других вариантов развития событий просто будет. Опасный момент. Отбил его, но куда? Навес будет, скорее всего. Никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Увидел.
момент навеса вратарь. Все рассчитал, дистанцию вышел и забрал мяч номер. Как играет голкипер, а вы посмотрите. Ну, все время так ловить, конечно, не получится, но в этом эпизоде просто красота. А вот еще один удачный отбор. И атака развивается флангом. В данной ситуации оборона сильнее, грамотнее. Прострел не прошел. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Но с такими передачами мы далеко не уедем, господа. Не один, а сразу два игрока появляются на поле. Александр Зотов. Глушаков. И последний удар практически губит всю атаку. Просто из-за боковой. Это шанс. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Зафиксирован офсайд. Да, зафиксирован. Далеко бить сегодня не надо. Вратарь уже дал понять неоднократно, он таких мячей не пропустит. Было бы стыдно, конечно. Похоже, что встречу команды просто доиграли. Оседлали чужую половину поля, расхаживают возле чужой штрафной, как возле своей. Этого защитника прошел, будто не заметил. Подача в штрафную. Таков трос, таков и гол. Нечего противопоставить сопернику.
Уверенная победа хозяев получается сегодня. Я бы назвал ее еще и предсказуемой. Все-таки разница в классе сегодняшних команд налицо. И великолепный отбор. Продолжается игра. Хороший момент. В эпизоде хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. Александр Зотов. В принципе, если бы арбитр был еще более злой, мог бы и красную сразу дать. Но пока терпим, пока желтые. Денис Глушаков. Не удержал мяч. Юра Мовсисян. Ох, дернул мышцы. Это 3 недели, если что. Ушаков. И защитник облегчает работу собственному голкиперу. Удар! И это гол! Гол! Такой прекрасный гол, Василий. Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играл отлично. Может быть, это какая-то потеря концентрации. Трудно сказать. Надеюсь, что этот гол не сильно выбьет его из колеи. Да, поистине гол хорош только тогда, когда он влияет на результат. Этот нет. Окончательный счет этой встречи. Даже было ощущение, что поле покатое. Потому что, если бы было несколько мячей, они бы прям вот так вот скатывались под ворота. Этот футбол с вами смотрел Юрий Розанов. Всего вам доброго и до новых встреч. А это гол! А это гол! И мяч в воротах! Денис Глушаков.
Гол! Yeah.